кого-то доброе утро. Вроде по ощущениям выспался, но 5:37 утра, надо еще дальше спать. Этот чехол задолбал гудеть. Сейчас его счехлю назад и буду дальше спать. Ну вот 10:40 я собрался, как говорится, только завести и поехать осталось. Вот такая вот красота. Походу, я не мог понять, то ли отлив сейчас, то ли прилив. Совсем не разбираюсь. Вроде как прилив. Все, стартую из дальних Зеленцов. Поеду дальше. Тут по округе покатаюсь еще. Не знаю, какие планы у меня дальше, где останавливаться. И, кстати, сейчас уже середина моего отпуска. Вот ровненько середина. Вот максимальная серединка. Теперь, как говорится, горка катится в обратную сторону. Как говорится, спуск. Дальние зеленцы. Как тут все загнивает, это капец. Здесь железо превращается. Ну его так много железа. Оно превращается вот просто в труху. Хотя вроде как, ну она ж не плавала, эта шишига. В море. Все равно вот загнила прямо чисто вот из-за морского воздуха. Все таскают эти банки с того здания. Уже ну, бесит, что там какую-то банку, бутылку. Капец. Я туда сходил, но ничего интересного не увидел. Какие-то банки. Там типа всякие реактивы, бутылки, шлянки, пробирки. Ну, блин. Ну, мне в принципе не надо такая хрень. Ладненько, еду дальше. Красота, конечно, космическая. Но ничего человеческое нам не чуждо. Свалка, она здесь. Железо тут, конечно, просто... Да... Да... Ну, красота. Последние кадры дальних Зеленцов. Я уже уезжаю отсюда. Ух ты, как тут красиво. Там бухта и здесь. Ага. Что-то я в ту сторону как-то не посмотрел. Ну и ладно. Без большего понятно. Пару слов о погоде. Погода идеальная. Она еще идеальнее, чем вчера была. Вообще ни одного облачка не видно. Нигде. Ни над океаном, ни над не знаю чем. Все просто зеленое и красивое. Корабель лежит. Так, а сейчас я хочу еще в левую сторону, точнее, в правую сторону от дальних Зеленцов, в левую сторону по пути, заехать и посмотреть, там как бы тоже есть проезд, прокатиться туда километров 5. О, какая погода, какие пейзажи. Это, конечно, не туда, куда я хотел изначально, но увидел просто дорогу, думаю, ну, надо сгонять. Эта дорога ведет, скорее всего, на пляж, где этот кораблик. Затопленный. Ну а я просто прокачусь. Мопед руку облегчился. То есть бензин ушел сзади, что был в бак. Прям довольно-таки легко едет. Да, посмотрим, куда отсюда. Да, на пляж идет. Гоняю на пляж. Делок. Ну это я его пляж называю. По факту там может быть и не быть пляж. Так посмотреть. С кораблем. Корабль железный прямо. Камней. Класс. Не, ну вот так вот едешь, ну вот чем вот не на этим? Не на каком-то Кавказе. 20 градусов, температура, идеальная погода. Катайся себе, не хочу.
все, где я еду, большой камень. Направо это на Бугу дорога. Да, неинтересно. Мне надо налево. Да, дальние зеленцы. Еще те. Ну, я еще на Териберку заеду. Я тут встретил ребят, говорят, типа, можно заезжать спокойно. То есть плату берут только за эти, за водопады. А я туда не пойду, потому что я там, в принципе, был. Понятно. О, какая долина. Здесь, видно, намывает камни. Ухабы. Примерно, ну, то же самое, что и было, только по-другому. Дорога стала лучше, можно прям навалить. Прям быстро можно ехать. Ну, тут не менее красиво, чем там. Вообще такие пейзажики, а карьерчик был, видимо, когда-то. Так, куда теперь? Ага, вот. Тут на гору нелегок будет. Тем более для баджаджа. Я застрял. Да. Ладненько. Сейчас как-нибудь. Может, как-нибудь даже. Вот так вот надо было ехать. Сейчас сюда. И потом как-нибудь вот тут, вот тут и заехал бы. Продолжаю трип. Горка взята со снятием кофров. Теперь еду дальше. В принципе, ничего сложного. Просто ехать и все. Не, ну что, тоже неплохие виды открываются. Дорога стала уже чисто это, не подсыпанная, не деланная. Тоже есть где походить, еще посмотреть. Блин, какая тут земля. Тут кто-то даже буксовал. Да, в дождь здесь не проехать. Ух ты ж, ё-моё. Блин. Все, приехали. Дальше я не поеду, к сожалению, или к счастью. Потому что вот эти вот я точно не преодолею. Поэтому похожу здесь чуть-чуть, погуляю, отдохну. Как говорится, мне-то что? Погуляем. Я гуляю тут по камням, по скалам. Океан. Северный ледовитый, между прочим. Северный и ледовитый, он даже волны видны. Барашки. Какая-то у него такое зарево. Прям вот тут я верю, что он до горизонта. Там на Ладоге, на Онеге как-то там смотришь, оно вроде как впечатляет, но как-то вот не то. А тут-то просто смотришь воды, понимаешь, что капец сколько. Мопед вон в той стороне стоит. Тут можно было, в принципе, вон видно дорога еще туда, дальше задраться. Он до того вон склона. Но там плохая. Ну, подъем плохой. Разбитый. Поэтому я решил, что не поеду.
вот внизу, около пляжа, всяких бревен. Наверное, повыносило, или это просто тут склад бревен. Хотя не было и доски тут всякие, наверное, просто свалка. Да, зря я сюда зашел. А, ну вот сейчас по бережку пройду, полегче будет. Что-то тут было такое. Металлолома опять валяется. Просто дохерища. Да, тут, конечно. Что у нас здесь? Ну, ходил уже. Здесь сникерс. Упаковочка. Ох, какой красавец на горе стоит. Сейчас зафоткаю. Класс. Я нашел вот такую штуку. Аварийная вода. Питьевая вода аварийная. 100 грамм. Так, дата изготовления 06-4, годен до 06-19. Вот, блин, хочется попробовать. Один я возьму с собой, как сувенирку, даже не знаю. Так, этот я сейчас открою и попробую, будет ли он вкусный. Короче, попробовал я вот этот пакет. Я его здесь и оставлю. Но так, к сожалению, невкусная. Она, видимо, действительно протухла. Поэтому, ладно, с собой брать не буду. Потому что, ну, блин, не свежая. Что мне ее брать-то? Такой лишний вес получается. Ладно, иду дальше. Ну, какая хрень лежит. Наверное, буй в океане. А он сейчас здесь. Ты его выкинула сюда, что ли? Тоже весит немало. Ой, сколько металла у меня просто. Это сердце кровью обливается. Столько пропадает. Еду уже назад. Красивые виды. Это озеро называется Первое. Озеро Первое. Значит, где-то должно быть Второе. Так, ну а я еду на другое место. Оказывается, еще один поворотик был. То есть, ну, туда вон, на эту, на Мурманск дорога, а это за полуостров. Сейчас заедем, посмотрим. И это тоже вот залив. Ну, это губа. Или залив, как он называется. Чувствуется, что океан ни с чем не перепутать. Но и ветер с той стороны сегодня. Зайдем, посмотрим. Заедем. Вот это да. Прям океане стать океана. Дорога терпимая. Можно ехать довольно-таки быстро. Как обычно, похвалишь и сразу чуть-чуть ухудшается дорога. Нормально, скала. Может, я эту дорогу и видел по карте? Перепутал. Но ничего страшного. И здесь прокатимся. Ведь мне торопиться некуда. У меня только середина моего отпуска. Еще тут можно прям жить и жить. О, океан! Океанистый океан. А я еду на Баджаджем. Джаджем. Произведено в Индии. Собаки тупо все отдыхаются. Серьезно. С острыми, с котиками. На рыбалочку прям все приехали. Какие-то.
нормально пока едется. Да. Тоже люди отдыхают. И здания какие-то чего-то. Возьмем туда же подсыпку. А люди тут тоже отдыхают. Прям везде отдыхают. Тут такой вот внедорожник, в принципе, да, едет. Куда угодно. Так, а я типа. Все, упор. Все, дальше дороги нет. Оп-оп, вот и приехали. Ну ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Вот я и доехал до упора. Иду к воде. Ух ты, какие тут камушки, конечно, такие вот. Где можно ногу свернуть на них. Тут вон у людей прям генератор вообще конкретно приехали. Сколько барахла, Антош? Какие камни прям выточенные. Какой чистый океан. Офигеть, какая чистая вода. Класс. Холодная, наверное, высмерть. Но чистая. Там еще какая-то бухта или корабль стоит. Красота. Мне отдыхающие там посоветовали сходить все-таки посмотреть на корабль. Поэтому иду все-таки посмотрю на корабль. Так. Где он здесь? Вон там. Как ты его так выбросило высоко на берег? Фух, тяжело ходить по горам. Потому что нельзя пройти ровно. Тут еще надо смотреть, как в щель не валиться. И тут расщелины всякие. Ну вот видно, в принципе, где ходят люди. Опа. Опа. Блин, сколько металлолома просто. Берись давай. О, как тут камни расточены. Фух, вон корабль. О, корабль такой прям пол корабля на самом деле. Получается, вон там это его обломки. И тут это его обломки. То есть корабль такой уже подразбитый. Его еще как-то еще об берег побило. Он ржавый. Да, да, вот он раструщенный. Наверное, потерпел крушение. И вон там куски корабля. Вот такой железный корабль. Просто внутри чистая эта корабельная тема. Понятно. Да, корабль прям ржавый такой вот, в хлам. Все, видимо, тут крутит волнами, туда-сюда, приливами. Прям жуть. Ну, как можно тут внутри такой плывешь. По корабле. Стекла такие тут прям толстенные были. Так, этикетка. ГОСТ, класс защиты 2004. Ага. То есть он еще в 2004 году тут не был. А так он сржавел. Понятно. Какая красотенька. Корабль, там люди рыбу ловят. Возвращаюсь уже на то место. Так. На основную дорогу. Вот же камни такие. Скальные скалы. А я заблудился, оказывается. Охренеть, вот уж не думал. То есть я думал, это уже все туда, а это, оказывается, я где-то пропустил поворот. Офигеть. Ну ладно, катаемся здесь. Что, я посмотрел. Тут, оказывается, да, я как бы пропустил много поворотов, точнее, прям далеко заехал. Я думал, я типа по основной дороге еду и типа чуть-чуть отъехал. Оказывается, прям
порядком. То есть надо смотреть поворот налево. Вот. Но явно мне надо вон в ту гору заехать, и там будет видно уже, где и куда. Красивая гора. Ага, вот оно, оказывается. Это ж я заехал вот сюда, озеро первое, а надо было направо ехать. На Мурманск, это ж направо. А я, в принципе, не захотел направо, я уже не помню. Там еще одна такая же развилка. О, броды мои любимые, обожаю броды. Сейчас я поглубже. О, да. Моем баджач. Выключил камеру в прошлый раз, поэтому вся дорога во всей красе. Так, а сейчас я, оказывается, вообще не туда поехал. Прям очень много не туда. Поэтому любуемся красотами горными. Дальнезеленскими. Катается с парашютом. Класс. Катается. Наверное, купол не в ту сторону тянет. Не может стартануть. Ну, сейчас стартанет. Сейчас поедет. Там таких много катается. Я это, сейчас упадет. Как я это расстояние проехал, даже не заметил. Сейчас еду, блин, так долго ехать. Непонятно. Вот он поворот, оказывается. Или я где-то пораньше свернул, скорее всего, в другую сторону. То есть как-то сократил или срезал. Так получилось, что чуть-чуть потерялся. Хорошая скала, хорошая. Какой перевал, какой спуск. Можно и в тишине прокатиться с такой горы.
Тормозим, тормозим, тормозим. Такая вот дорога. Какие склоны. Да, какие камушки-то, а? Такие вот. Прям такие мощные. Целая куча лежит. Как-то я их не замечал особо, когда ехал сюда. Вот сейчас смотрю с другой стороны все. Делали, видимо, 50 лет назад. Тогда же больше и грейдеров не прокатили. Все, последние кадры этой северного Ледовитого океана, губы. Потому что я сейчас уезжаю вон туда, вон в горы. И буду ехать там. Не, нормально это. Нравится. Хорошая. Я сюда ехал, казалось, дорога не такой разбитая. Сейчас вот прям подразбитая, конечно, как-то ощущается. Это озеро странное, течет наоборот оттуда сюда вода, в другую сторону. Хотя там вон эта губа была. Интересно, интересно. Вот это тоже непростой подъем. Прям столько камней. Надо аккуратненько. Я этого всего не помню, то есть мне казалось, дорога какая-то попроще, а сейчас, блин, и тут и там. Это то, что я, видимо, потом автобану, вон туда, к Большому Оленьему острову. Видимо, как-то я там пролетел быстренько. А здесь грузовики ездят, эти армейские, да и так людей много, и дорога просто больше убитая. Здесь просто грейдером пройтись более-менее. Как-нибудь. Все будет нормально. Мне вон туда на горку. Там квадрик едет. Подъем был простой, поднялся. Теперь едем на эту высоту. Мира. Взглянуть на Северный Ледовитый океан. Ой.
красота. Ну что, стартуем вниз. В тишине. Блин, какие горы, какие горы. Какая красота. От ГС, от гуся, БМВ. Ну что, вроде-таки быстро иду. А рыба. Не пожалею ли я о таком опрометчивом поступке? Вроде как. Держись! Вроде не развалился багаж. Да, пока он завелся, что-то пока я распрыгался, так и рассчитал. Дорогу на дальние зеленцы не надо делать, то будут люди понаедут. Дальние зеленцы должны оставаться дальними зеленцами. Чтобы плохая дорога, чтобы сказать, чувствовал себя героем, если доехал до дальних зеленцов. Красота, красота. Всем красоты. Так, едем дальше. Какой-то поворот. И подъем в горку опять. Камней стало как будто троху поменьше, и скалы стали разгладистее, хотя я отъехал километров 15 всего. Еще на этом подъеме океан видел. Да, с него будет видно. Вот как здесь на горе. Я, конечно, мог бы еще океан увидеть, но там буквально чуть-чуть. Ну что, еду дальше. Сейчас будет подъемчик на подъем. Ух ты, какое озеро. И вот тут еще одно поменьше.
просто озера прямо вот в камнях. Явно это вот просто ложбина в камне. Так, ну что, пробуем на второй. Хрена с два. Мощности не хватит. О, да, серьезный подъем. Теперь можно и на второй. Мне разложено. Подъем на новый подъем. О, океан еще виден, вон там он голубенькая. И на подъемчике, вон там на горизонте океан, синяя полоска перед небом, а мы едем дальше. Едем, едем, едем. По красоте. Кольского. Да, красиво, красиво и так. Тишины хочу. Поедем в тишине. Жара 25 градусов уже. И это не на солнце, это на ходу. Ну, имею в виду градусник не на солнце. А уже такая палева. Блин, прилег на ровном месте прямо. Во, блин. Блин, ровная дорога, что-то... Ай. Ладно, поднимаю, доеду. Снова шикарные виды в тишине. Легковушки. Ну это прям вот так вот всю дорогу будешь ехать смотреть. Стопы, я бы сказал, пора стопы оделать. Сейчас посмотрим, как они там мучаются. На Логане в Дальние Зеленцы захотели доехать. Я попробовал отговорить, как только мог. Надеюсь, получилось. Видимо, здесь как-то до сюда дорога такая вот еще более-менее. Ну, конечно, тут на Логане можно. На любой тачке можно здесь ехать. Если не получается, брод проехали вон тот. Есть еще такой бродик приличный будет. Ну да, тут в принципе легко.
могло показаться, что можно на Логане, согласен. Такая вот дорожка. Просто кунковочка. Чувак на Логане здесь ехал? Охренеть. Так, я хочу вброд. Все вброд, и я вброд. А то что это получается? Проехался и бродов не видел. Блять, хороший. Бля, глушак аж на воду попадал. Помыли баджаджик. Дали понюхать ему польской водицы. На горе. На горе. Голоса зовут меня к себе. Разогнался сильновато, когда мне показалось, что дорога получше будет. Она вот такая. И он на Логане здесь прошел. Ё-моё. Красота. Дорога стала поболее, как будто автобан. Широкая, вон там снег еще лежит. В расщелине, вон там, вон. Интересный спуск, только надо ехать с него помедленней. Блять! Ёб твою мать! Сука! Падение заснял! Ёб твою мать, блять! Целая. Чуть-чуть только. Понятно, короче. Долетался. Ё-моё, не мог уже поаккуратнее ехать. Да, молодец. Ладно, сейчас починим. Офигенный руль. Ладно, просто выезжаю, здесь как-то водней много. Хочу здесь оставаться. Блять, что с рулем? Че он такой, блять, заломанный? Непонятно. Водней много, так бы прям здесь бы что-нибудь поделал. Заедят. Или остановиться все-таки и начать делать мопед. Там, где вода есть, где помыться можно. Там уже разберусь. Че с рулем, блядь? Че он так тупой ищу выглядит? Я не могу понять.
чуть-чуть не проехал, вот буквально, вот, блядь, ну ёб твою мать, не мог, ну блин, что уже сделать, нахуй, теперь едь аккуратней. Знатно я, конечно, шуганулся, хорошо, что хоть зам целый абсолютно. Не доехал буквально 20 метров, блядь. Сейчас бы просто на радостях летел бы. Но ничего страшного, такое в жизни бывает. А что я хотел? Ну, упал я эффектно просто. Прям, блин, кадр года, нахуй. Заснял, главное. Как-то путешествие заиграло другими красками, когда упал. Это вот такая вот херня. Вот в прошлый раз передо мной мотоциклист разбился, и я дальше уже ехал тоже так тихенько, спокойненько. А здесь шило в жопе, блин, появилось, типа, ездит, научился он по горам. Можно разогнаться, да. Так, сейчас тут, я знаю, есть место, где я стоял, в этот раз отдыхал. Там есть ручеек, можно водички похлебать. И там можно и разобраться. Помыться, раздеться полностью. Потому что это на пару часов. Сообразить, что случилось с мопедом. Какие дальнейшие перспективы. Как-то выровняться даже, я не знаю. Ну вот, приехал уже почти. До места стоянки и ремонта где-нибудь вот здесь вот. Там, где начал, там и закончил. Вот и я. Рецепт я уже чуть подровнял. Тут просто зеркало раскрутилось. Тут чуть-чуть треснуло, но еще доходит. Это я сейчас придумаю. А вот что с рулем? Почему он кривой? Вот это я понять не могу еще. Не понял. Тут все целое, кофры. Целое. Глушак. Ну, чуть-чуть я бы сказал, что его вот подтянуло в эту сторону. А так, в принципе, ехать можно. Как он там еще не открутился? Не, все еще на месте. Ладненько, ща буду разбираться, что у нас здесь после легкого падения. Это нормально так оно крякнулось. И тут-то поцарапалось. И травик под замену
общем, есть работа. Тут вмятина целая. Дуга безопасности, вообще тема. Да, молодец, молодец. Чинимся. Ну что, вроде починился. Тут выровнял. Тут добавил шайбу, поменял болтик. Притянулось. Вроде бы здесь зеркало, что открутилось, закрутил. Руль выровнял, слава богу. То есть тут есть типа такой а-ля демпфер, но мне кажется, он все равно чуть кривоват. Я взял чуть-чуть с упреждением. Если что не понравится мне, я его чуть-чуть назад отпущу, да и все. Ну, в принципе, все, потери небольшие, ветровичок чуть-чуть здесь вот. Ну, мне и так, в принципе, никогда не нравился, так что ломанулся, так ломанулся, хрен с ним. Что еще у меня? Ну, в принципе, все, больше без потерь, царапка, царапка. Здесь защита отработала как надо. Можно, кстати, чуть-чуть подтянуть, чтобы не болталось так сильно. И все, в принципе. Все нормуль. Это мой тут бардак по ремонту. Уже все просто раскрыл туда. Все. Фух. Красота. Ничего не скажешь. Дальние Зеленцы, север, блядь, температура под 30. Ну, я починил мопед, выдвинулся. Ну, чуть-чуть, конечно, что-то его косит, кособочит. Но я пока еще не понял, почему это как бы... В принципе, по такому, через час привыкнешь и все.
Да, здоровое водохранилище, конечно. Да еще и глубокое явно, сколько перекрыть. То есть справа, вот слева такая же самая глубина, как справа. Справа вот так, а слева вот так. Что здесь они уже успели прикатать. Я ехал, блин, можно ехать сюда по этой трассе, к этому участку, к этому щебню не сжатому. Сейчас они его вот сжимают. О, ветряки, что на повороте на Териберку уже видны. Ну тут как бы чуть местность выше поднимается. О, началось. Тяжко. Ну ладно, в горке легко. В принципе, даже сам катится. Ой. Что, едем? Как бы могла выглядеть эта дорога, если бы был асфальт? На самой высокой точке плато вот этого поднимался и поднялся. Ветровички тут, а баджаджик мой
Да, красиво здесь. Красиво-красиво, надо пофоткаться. Доехал до поворота на Териберку. Короче, принял решение ночевать на Териберке. Заеду на магаз, куплю воды и где-нибудь заночкуюсь. Найду нычку какую-нибудь. Ну, где-нибудь, чтобы меня никто не видел. И все. Надо посмотреть по интернету, что у меня тут есть. Конечно, дорога для мажоров на Териберку. Асфальт лежит, ё-моё, новый. Ну, правда, сегодня ветер. Да, дорогу тут непонятно, то ли делают, то ли ковыряют. А не, вон впереди там прям серьезно делают. Смотришь, через пару лет будет асфальт. Я прогнозировал, что уже в этом будет. Ну, а видимо, не судьба. Надо будет раз в год за новостями следить, когда тут асфальт появится. А так дорога нормальная. По сравнению, как я на Сузуки ехал здесь в прошлом году, так прямо все вполне себе нормально. Назад, и здорово прям конкретно здесь. Прям камнями засыпают, засыпают. Проехали. Ладно, были. Не, дорогу прям активно делают. Пожалуйста, до дальних Зеленцов что-нибудь. Да, до дальних Зеленцов не надо. Дальние Зеленцы должны остаться для избранных. Кто может на баджаже приехать и за 100 метров до конца самой опасной дороги ебануться. Здесь прям разламываются столы. Камни выводят просто. Ой, где я ел? Ой, я сколько там? Малка, охренеть. Вот это да. Нанотехнологии. И тут еще борьба. Какая ужасная дорога во время ремонта. О, какой подъемчик. Я помню, по-моему, этот подъем был чуть-чуть не такой. Как-то в бок уходил. Блин, ну реально нанюхаюсь в дорожной пыли. А говорят, а в парке антропогенный фактор. Вот антропогенный фактор, засрали. Тут даже смотреть, вообще осмотреться не могу, потому что дорогу надо видеть. Дороги не видно. Да, здесь красиво, но вот это... Блин. Сколько тут берегов она так... А чё столько машин-то есть? Отсюда. Там типа, блин, вообще народу не просраться или что? Тут раздолбили. Доехать. Какое красивое озеро. А здесь прям реально выше, чем на дальние Зеленцы. Наверное, вон там будет перевал самый большой. Потому что дорога очень высокая, прям по ощущениям очень высокая.
красиво. Как-то уже глаз приелся уже к этому. Здесь как бы нет кусков, что самое главное. Но ветер здесь просто невозможно. Объезжаю в самую крутую горку. Красота неописуемая, ветер тоже неописуемый. Очень сильный. Давай, давай. Бочатик вези. Бочатик живи, тащи. Я понимаю, там смотровая площадка. Надо тоже заехать. А там дальше еще. Знаем мы эти смотровые площадки, видели? Да, высоко, 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 высокогорье. Красиво, красиво, конечно же. Так посмотреть. Но, конечно, дорогу делают, это неудобство. Неудобство. Так красота, да. Очень много машин. У меня какое-то странное чувство, что там яблоку негде упасть. Наверное. Но с другой стороны, и туда, и назад много едут. Может, я найду здесь какой-нибудь уголок. Надеюсь, это вот конец всех дорог не перекопан. Ну, то есть не сделан. То есть я туда смогу доехать, потому что машины туда не взираются. А я на своем бочатике взирусь. И еще водохранилище. С каньонами. Красивые виды, красивые. Вот тут прям мое почтение. Прям не похоже на те. То есть здесь такая более гористая местность. У, да. Катимся на холосты. Пыли, ё-моё, ё-моё, он машин не видно даже. А дорога красивая вот эта справа такая. Конечно, да, красота. Да. Ремонт дорог тут, конечно, такое дело. Ну, скалы, конечно, красивые, но дорога полностью отвлекает от осмотра достопримечательности. Дорога, конечно, да, ремонт. Ехать в ремонт — это самое ужасное.
прошлом году была такая вот, ну, миленькая дорога, я бы сказал. То есть, ну, ничего такого. Ну, просто дорога такая полузаброшенная, такая, ну, такая вот именно такая вот говорящая такая. А в этом году, конечно, да. Здесь вовсю антропогенный фактор. Красивая гора. И вот, но тут нет такого вот эффекта, как на дальних Зеленцах. Типа вот этот океанский воздух появляется, ни хрена. Тут как-то все это слишком уютно. Конечно, забросилось. Вот сюда надо было попасть в 2010-м, когда тут было самый швах. А так сейчас здесь уже народу много, людей много, там квадроциклисты, мотоциклисты, палаточники просто. Ставься где хочешь. А дома уже такие уже нежилые, уже не такие нежилые. То есть тут даже и страху никакого нету на посмотреть. Здесь и такой вот прикол, вот куда эта дорога, вот она в никуда просто сделана, и она еще не доделана, не достроена. Куда такую дорогу сделали, непонятно. Ну конечно, океан, пляж, это конечно наше все, но там много людей слишком. Мы едем в самый-самый дальний, куда Солярис не проедет, ну значит без Соляриса, как видим. Там может и связи не быть никакой. Ну, какие тут эти каньончики такие вот. Да, неплохо. Даже сколько тут долбили эту скалу, блин, чтобы эту дорогу сделать. Или тут когда собирались этот завод строить по переработке жиженного газа или что. Да, народу очень много. Поэтому едем дальше. Говорится, это место не для нас. Ща, я заеду в такое место, где никого не будет. Ну, чисто что тут прикольный пляж. В отлив. Можно погулять. А здесь или климат другой. Но скалы здесь сразу зеленые, прям в воду сходят. Наверное, что тут здесь теплее на пару градусов.
Блин, ну сколько машин, я просто не могу. И это, блин, на окраине Териберки. Надеюсь, я найду себе глухое место. А здесь кто-то Жигули запарковал. А, я понял. Колеса отбил. И в итоге Жигули тут так и остались. Ну что, едем дальше. Вроде машин стало меньше. Вот только одна сунется. Так, может быть, там еще и машин не будет. Особо много людей. Как говорится, не доехали. Все ж не доедут до конца. Еще они такие вот высечки скал. Просто. Несли скалу. Дорогу построить. Но и это как бы еще не все. Давай, 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 едем, едем. Как говорится, я тут уже бывалый моряк. Я найду себе пристань. Поодаль вообще, чтоб я ни звука не слышал. Никто ко мне даже мимо меня не прошел. Но, конечно, машин с той стороны едет тоже немало. Путь, куда я еду, называется «Конец всех дорог». Тоже красиво, что меня удивляет, дорогу такую широкую строили. Стопудово что-то или добывать собирались, или же вот к этой вот, что я и говорил, как называется это. Станция, ну, производство сжиженного газа хотели где-то открывать. Поэтому к нему такую дорогу пробили. Да, но виды вот открываются, вот когда вот тишина и спокойствие. Я вон где-нибудь вот там вон, с той стороны. Найду себе тихую пристань, плавать. Потому что тут есть аттракцион, который не все способны пройти. А я пройду. Вот мостик, вот что это такое? Вот мост типа сделан, но не достроен. Чуть-чуть. Там еще один такой. То есть тут такого, таких чудес тут много. Конец всех дорог, это уже Северный Ледовитый океан. Конечно, конец всех дорог. Но такую дорогу бахнуть, прям широкую, и чуть-чуть ее не доделать. Буквально она вот еще месяц работы была бы готова. То есть вот этот вот, который там вот со скалы, скальник отбит, это тоже там как бы дорога. Она должна была идти вот тут рык и подниматься. А вот эта вот, которая видна дорога, это не та. То есть это какая-то, ну такая, времянка. Поэтому поедем по времянке. Она более-менее сделана. Что, еду в аттракцион, куда не каждый джип заедет. То есть, в принципе, можно было и снизу попробовать. Я смотрю, дорога есть, 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 есть. Да, ну я здесь на Сузуки заезжал. Ну, блин, я же сегодня уже научен. Едем, едем, едем. Главное не прыгать. Ах ты ж, ё-моё, снесло. Стой, 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 стой.
пункта номер 2 держусь правого края. У меня дернуло просто. Получилась не оптимальная траектория. Поэтому меня унесло. Вот так вот, аккуратненько, по правому боку, и всего-то делов-то. Грязи, вот. А здесь как бы уровень готовности, ну, не такой высокий, то есть его вот забросили. Да, там не проехать. Узнаю дальние Зеленцы по состоянию дороги. Но все равно, столько скалы, блин, высечь. И не достроить такую дорогу. Оказался такой вот это непростой. Вон можно вниз спуститься, есть дорожка где-то там поставится прямо у моря. Сейчас посмотрим. Кажется, Солярис не пройдет. А где спуск? Я так и не увидел. Он где-то есть спуск. А, ну вот он заезд, и там, видимо, спуск сразу. Вот это я понимаю. Да, красота. Не, ну тоже нормально, блин. Целую скалу выдолбили. Ради дороги в никуда. Чисто, чтоб я проехался, наверное. Для этого ее тут и поставили. Скалу-то. Я не понимаю, если ехали, делали дорогу, нафига, во-первых, эту скалу, если можно было объехать. Непонятно. Так, а тут, в принципе, я смотрю, дорога никуда толком и не выходит. Туда я не попаду. Ну да, надо вон там спускаться. Ну нормально так вырезали скалы. И уперлись в эту стенку. Очень интересно. Конечно, что-то тут мудрили, так мудрили. Спускаемся с горочки медленно. Да, эта горочка пожестче той. Вот примерно с такой-то я и упал.
Вот я нашел себе место, буду смотреть, где здесь сейчас разложиться. Здесь точно никого нет. Отлично. Вот так вот я построил тут свой лагерь. Конечно, ветерок, геодезический знак. Еда готовится. Но главное, людей нет, никого нет. То, что надо. Териберка, она такая. Она какая-то... Климат здесь помягче, чем в Дальних Зеленцах, потому что камни прям вот все заросшие. То есть в Дальних Зеленцах они совсем другие. Они более такие вот, ну, пологие, то есть, а здесь они такие какие-то скалистые, что ли, такие вот. Прям травы много, очень много. Я решил сходить прогуляться около своего лагеря, там на горе. Как мы видим, природа тут совсем другая. Ну, не так сильно похожа на Дальние Зеленцы. То есть здесь вот прям нету такого вот участка, где... Ну и просто другие камни. Они как-то здесь по-другому выросли, что ли. Как-то больше вот этих... лишайника на них. Где там море? Точнее, океан. Угу. Он вон там. Здесь камней намыло. Угу. Намывало здесь знатно. Прям вот до сюда. Раньше я смотрю, эти камни намывало здесь. Потом то ли океан отступил, то ли плато поднялось. И все. Все потому, что они просто круглые, но не сильно такие вот гладкие. Давно это было, очень давно. А что здесь такой был большой вопрос? Ладно, металлолом. Но пенопласта-то сколько, откуда? Кто-то скинул или просто навело, наносило, непонятно. Угу. Какие тут бережка. Ну вот и конец дня, в принципе, на сегодня. Все. Блин, этот ветер как-то я стал. То есть так-то вроде все нормально, а вот ветер этот постоянно не заканчивается никак. Дует, дует, дует и дует. Солнце уже садится, типа... И уже так сразу прохладненько становится. То есть, пойдемте посмотрим, сколько там градусов. 15 градусов. Да, надо как-то ложиться, блин, эту палатку как-то сдует, блин, прямо. Ой, как-то я так стал. Хрен пойми как.